Я должен кое-что тебе сказать. Разыскивается ФБР. И тебе это не понравится. Так тебя зовут Гарри? Гарри Джеймс Барбер. И ты поменял имя просто так? Меня ищет ФБР. Я ограбил банк в Калифорнии. И? Крупнейшее ограбление в истории штатов. Проверь сама. Мы ограбим президента США. Короче, дело и представить нельзя. Нам казалась хорошая идея. Ну и сколько? 30 миллионов. Я в деле? Да, в деле. Можно обнять. Добро пожаловать. Видишь здание? Это банк. А бочка на что? Виноград давить? Это джакузи. А это что? Простите, прицел сбился. Я сейчас тебя собью, гольфист хрен! Если все пойдет хорошо, мы увидим деньги Никсона спустя час. Как вырубить сигнализацию? Я думаю. Я знаю, как надо. Всем лечь. Давай. Эй, гляньте! Чей-то прах. Тогда-то все и пошло боком. 456 ячеек взломали. Очевидно, они искали что-то конкретное. Он жулик, а жулики не умеют останавливаться. Привет! Ты не говорила, что твой папа шериф? Почему этот банк и почему эти ячейки? В последний раз ФБР отправляло сотню агентов, когда Джон Кеннеди был убит. Джон, Гарри, Стив Маквин, я не знаю, как называть тебя. Найдите Стива Маквина. Повтори-ка имя. Стив Маквин. Ограбление президента.